Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую очаровательную салфетку с сердечками, крючком. Посмотрите, какая она красивая, очаровательная, уютная. Она у меня небольшого размера, 26 сантиметров. Вязать ее легко, просто, быстро. Справится даже начинающая вязальщица с ней. Схема состоит из 19 рядов. Я эту салфетку вязала из ниток лилия. Это матовая ниточка, кировский ниточный комбинат. Крючок использовала 1,25. Если вам нравится эта салфетка, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Спасибо, что смотрите рекламу, не пропускайте, я это вижу, мне это помогает. Автор этой салфетки Линда Мэтьюс, связана она по описанию, я сделала перевод с английского и вот решила поделиться с вами. Не могла пройти мимо этой салфеточки. Ну, давайте приступим. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замыкаем в кольцо, в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика. И вяжем первый ряд. Хвостик сейчас мы сразу будем обвязывать, чтобы потом не прятать его. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид. И в кольцо вставляем крючок. Провязываем 17 столбиков с накидом. Итого, считая первые 3 воздушные петли подъема, у нас получится 18 столбиков. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся. Итак, мы провязали 18 столбиков с накидом и делаем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема, в вершину начального столбика с накидом. Соединили. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид. И сюда же, куда мы делали соединение, провязываем еще один столбик с накидом. Накид. В следующий столбик также провязываем 2 столбика с накидом. Первый. И второй сюда же. В следующий столбик 2 столбика с накидом. И так в каждый столбик по кругу провязываем по 2 столбика с накидом. Итак, провязали последний столбик с накидом и соединяем вершину начального столбика с накидом. Второй ряд у нас готов, у нас получилось 36 столбиков с накидом. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. Делаем накид и сюда же, в этот столбик, провязываем еще 2 столбика с накидом. Первый и второй. Итого у нас получается 3 столбика мы провязали, считая первые 3 воздушные петли подъема. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. И в следующий вяжем столбик без накида. 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид. Пропускаем 2 столбика. И в следующий также вяжем 3 столбика с накидом. Первый. Второй. И сюда же третий столбик с накидом.
3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем 2 столбика в следующий столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем 2 столбика и в следующий вяжем 3 столбика с накидом. Продолжаем вязать самостоятельно по рисунку. Провязали последнюю арку из 3 воздушных и соединяем вершину начального столбика с накидом, соединительной петлей. Третий ряд у нас готов. У нас получилось 6 групп из 3 столбиков и 12 арок из 3 воздушных петель. Вяжем четвертый ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид. Сюда же, в этот столбик, куда мы делали соединение, провязываем еще 2 столбика с накидом. Накид. В следующий столбик провязываем столбик с накидом, в средний, на группе из 3. А в третий столбик 3 столбика. Здесь у нас как бы прибавочки. Итого получилось 7 столбиков. 3, 1, 3. Теперь 3 воздушные петли, арка, 1, 2, 3. Переходим к следующей группе из 3 столбиков. И также в первый вяжем 3 столбика. Провязали. Теперь в средний 1. И в третий столбик также вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий. Получилось 7 столбиков. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Переходим к следующей группе из 3 столбиков. И также провязываем 7 столбиков. Вяжем по кругу по рисунку. Итак, подошли к концу ряда. Провязали последнюю арку из 3 воздушных петель и соединяем вершину начального столбика. Четвертый ряд у нас готов. Вяжем пятый ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом. И сюда же, в этот столбик, провязываем еще 2 столбика с накидом. Первый и второй. Также у нас здесь 3 столбика получилось в первый столбик. Теперь в следующие 5 столбиков по одному столбику. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И в последний столбик провязываем 3 столбика. В этой группе у нас теперь получается 11 столбиков. 3, 5, 3. Далее 2 воздушные петли. 1, 2. Накид. Переходим к группе 7 столбиков. И также в первый столбик вяжем 3. Далее 5 столбиков. И в последний 3 столбика с накидом. Между этими группами арки из 2 воздушных петель. Вяжем самостоятельно. И встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю прибавочку в 7 столбик, 2 воздушные петли, 1, 2, и соединяем вершину начального столбика в 3 воздушную петлю подъема. Пятый ряд у нас готов. Вяжем 6 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик, накид. Сюда же, в этот столбик, провязываем еще 2 столбика с накидом. Итого 3 столбика, как и в предыдущих рядах. Теперь в следующие 4 столбика по столбику с накидом. 1, в следующий 2,
следующий 3 и 4. 1 воздушная петля арка, накид, пропускаем столбик и в следующие 4 провязываем по столбику с накидом. 1, 2, 3 и 4. И в последний, в 11 столбик, провязываем 3 столбика. Также прибавочка у нас здесь. Первый, второй и третий столбик. Одна воздушная петля. Переходим к следующей группе из 11 столбиков. И также вяжем в первый столбик 3 столбика, потом следующие 4 по одному. Делаем арочку из одной воздушной петли, пропускаем средний столбик, в следующие 4 по столбику и в последний также провязываем 3 столбика с накидом. Одна воздушная. Все, вяжем самостоятельно. Итак, провязали последнюю арку из одной воздушной и соединяем вершину начального столбика. Шестой ряд у нас готов. Вяжем седьмой ряд. 2 воздушные петли. 1, 2. Это начальная ножка сплита. Накид. Вторую ножку провязываем в следующий столбик. Столбик с накидом, но не до конца. 2 петли на крючке. Накид. И третью ножку вяжем в следующий столбик. Закрыли накид. 3 петли, подхватываем нить и закрываем все петли на крючке. Провязали начальный сплит из 3 столбиков с накидом. Накид. В следующие 2 столбика провязываем по столбику с накидом. 1, 2. Накид. Теперь на следующих 2 столбиках провязываем сплит. Первую ножку в следующий столбик, не до конца. Накид. И вторую ножку в следующий столбик. 3 петли, закрываем. Здесь у нас сплит из 2 столбиков. Далее 2 воздушные петли. 1, 2. И теперь в столбик, в который мы провязывали вторую ножку последнего сплита, вот в этот, провязываем соединительный столбик. Соединительный столбик в следующую арку из одной воздушной и в следующий столбик. Две воздушные петли, 1, 2, накид. И теперь нам нужно сделать сплит из 2 столбиков с накидом. Первую ножку провязываем в тот же столбик, куда мы делали последний соединительный. Столбик с накидом не до конца. Накид. И вторую ножку в следующий столбик. Закрываем. Теперь следующие 2 столбика по столбику. А на следующих 3 провязываем сплит из 3 столбиков с накидом. Первая ножка, в следующий вторая ножка и в следующий, в последний, третья ножка. 4 петли на крючке. Закрываем. Вот такое сердечко у нас вырисовывается. Далее набираем цепочку из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь у нас большая арка. И снова вяжем вот эти круглые части следующего сердечка. Давайте еще раз вместе их провяжем. Итак, на первых 3 столбиках вяжем сплит
из трех столбиков с накидом, первая ножка, в следующей вторая ножка и в следующей третья ножка. 4 петли закрываем. Теперь на следующих двух столбиках по одному столбику, один и в следующий один. Осталось 2 столбика, и на них провязываем сплит из 2 столбиков. Первая ножка и вторая ножка. 3 петли закрываем. 2 воздушные, 1, 2. И в этот же столбик соединяем. Соединительный столбик провязываем. В следующую арочку соединительный столбик. И в следующий столбик также соединительный столбик. 2 воздушные, 1, 2, накид. В этот же столбик провязываем первую ножку сплита. Столбик с накидом не до конца, накид. И в следующий столбик вторую ножку сплита. 3 петли закрываем. Теперь в следующие 2 столбика по столбику с накидом. 1, 2. И далее идет тройной сплит на следующих 3 столбиках с накидом. Первая ножка, вторая ножка, столбик с накидом не до конца, и третья ножка. 4 петли закрываем. 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда, закончили вязать последнее сердечко, и вместо арки из 9 воздушных петель мы делаем 1 воздушную петлю и столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5 накидов сделали в вершину начального сплита. Вот сюда. Вяжем потуже этот столбик, чтобы он был не очень вытянутый. Провязали. Вот такая арка у нас получилась. 7-й ряд у нас готов. Вяжем 8-й ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид. И сюда же, в эту арку, провязываем столбик с накидом. 2 воздушные. 1, 2. И еще в эту арку провязываем 2 столбика с накидом. Вот такую комбинацию: 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Дальше будем называть ракушечкой. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И в эту же арку провязываем еще одну такую ракушку. Итак, давайте еще раз. 2 столбика с накидом сюда же, в эту арку. 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом. Итого 8 столбиков у нас в эту арку провязано. Так. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика в вершину сплита и следующий. И в средний столбик без накида. 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Переходим вот к следующему, к следующей половинке сердечка. И также пропускаем 1, 2. И в средний столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. И в следующую арку из 9 воздушных провязываем также 2 ракушки и между ними арка из 3 воздушных. Давайте вместе провяжем
столбик с накидом первый, второй, 2 воздушные петли, еще 2 столбика с накидом сюда же в эту арку. Первая ракушка готова, 3 воздушные, 1, 2, 3, и вяжем вторую ракушку сюда же, 2 столбика с накидом, 2 воздушные и еще 2 столбика с накидом сюда же. Три воздушные. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в следующий столбик без накида. 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Переходим к следующей половинке. И в средний столбик также. Столбик без накида. 3 воздушные. Вяжем такие же ракушечки на следующей арке. Продолжаем вязать по рисунку. Итак, провязали последнюю арку из 3 воздушных и соединяем вершину начального столбика. Восьмой ряд у нас готов. Вяжем 9 ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик и в следующую арку из 2 воздушных. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик. Еще столбик с накидом. 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Ракушечка у нас здесь. В эту арку. Так. Далее 2 воздушные. 1, 2. Накид. В следующую арку из 3 воздушных в серединку прям вставляем крючок. Можно под арку, кому как удобнее. Но мне больше нравится в саму воздушную петлю вставлять, чтобы поровнее было. Провязываем столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3, и сюда же в эту петлю провязываем еще один столбик с накидом, такая галочка, 2 воздушные, 1, 2, накид, и в следующую арку, которая у нас на второй ракушке, также провязываем ракушку, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом сюда же, в эту же арку, в середину ракушки. Пять воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем арку из 3 петель и в следующую арку столбик без накида. В большую арочку из 7 воздушных. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Пропускаем арку и в следующую арочку на ракушке вяжем такую же ракушку. Мы уже раппорт повторяем. 2 воздушные. 1, 2. В следующую арку столбик с накидом. 3 воздушные петли. И еще один столбик с накидом сюда же, в эту арку. Две воздушные. 1, 2. И в следующую ракушку провязываем в арочку такую же ракушку. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом.
провязали. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем арку маленькую и в большую арку столбик без накида. Здесь я под арку провязываю. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 5 воздушных и соединяем вершину начального столбика в 3-ю воздушную петлю подъема. 9-й ряд у нас готов. Вяжем 10-й ряд. Также делаем соединительный столбик в следующий столбик и в следующую арку. Дошли до середины ракушки. И вяжем также начальную ракушку. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. Еще один столбик сюда же в эту арку. 2 воздушные. 1, 2. И еще 2 столбика с накидом сюда же в эту арку. Выполнили ракушку. Далее 2 воздушные. 1, 2. Делаем 2 накида, пропускаем следующую арку из 2 воздушных и в среднюю из 3 петель в нее провязываем столбик с 2 накидами. Так, 1 воздушная петля, 2 накида. Сюда же в эту арку провязываем 2 столбик с 2 накидами. Воздушная петля, 3 столбик с 2 накидами, воздушная, 4 столбик сюда же в эту арку, 1 воздушная, 5, 1 воздушная петля и 6 столбик с 2 накидами в эту же арку. Вот так. Далее 2 воздушные, 1, 2, накид, пропускаем арочку из 2 воздушных и в середину ракушки провязываем такую же ракушку. Два столбика, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом. Ракушечка. Так, 4 столбик. Ракушка готова. Далее 3 воздушные петли, арочка, 1, 2, 3, столбик без накида в следующую арку из 5 воздушных, снова 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида в следующую арку из 5 воздушных, 1, 2, 3, и вяжем ракушку. Провязали. Так, 2 воздушные, еще 2 столбика. Ракушечка готова. Вот что у нас получается. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, 2 накида и в среднюю арку, вот на галочке, провязываем 6 столбиков с 2 накидами, между ними арки из 1 воздушной петли. 1 столбик, 2 столбик с 2 накидами, воздушная, 3 воздушная петля, 4 столбик с 2 накидами, воздушная петля, 5 воздушная петля и 6 столбик с 2 накидами сюда же, в эту среднюю арку. 2 воздушные. 1, 2. И в следующую ракушку, в серединку, провязываем такую же ракушку из 4 столбиков. Посередине арочка из 2 воздушных. Здесь все идет по рисунку. Так.
И дальше у нас идут 3 арки из 3 воздушных петель. 3 воздушные, 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. Вторая арка из 3 петель, 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида, 1, 2, 3. И снова вяжем ракушку. Вот что у нас получается. Продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 3 воздушных и соединяем. Вершину начального столбика с накидом в 3 воздушную петлю подъема. 10 ряд у нас готов. Вяжем 11 ряд. Также делаем соединительный столбик в следующий столбик и в следующую арку. Дошли до арочки и провязываем такую же ракушку, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, сюда же в эту арку еще один столбик, 2 воздушные, 1, 2 и еще 2 столбика. Это начальная ракушка. Так. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, пропускаем арку и в следующую арку между первым и вторым столбиком с 2 накидами провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, в следующую арку. 1, 2, 3 в следующую. 1, 2, 3 в следующую арочку. 1, 2, 3 в следующую арку. Три воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем арку и в следующую на ракушке провязываем такую же ракушку. Так, ракушечка из 4 столбиков. 2 столбика, 2 воздушные и еще 2 столбика в эту же арку. Ракушка готова. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем арку первую из 3 петель и в следующую среднюю столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующую ракушку, эту арочку мы пропустим, провязываем такую же ракушку. Здесь уже рисунок явно виден. Да он с самого начала салфетки хорошо был виден, проглядывался, поэтому тут все понятно. Все, продолжаем вязать по этой же схеме, по узору. И встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку. Из 3 воздушных соединяем вершину начального столбика. 11 ряд у нас готов. Вяжем 12 ряд. Соединительный столбик в следующий столбик и в следующую арочку. Теперь здесь у нас идет двойная ракушка. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик с накидом в эту же арку. 2 воздушные. 1, 2. Еще 2 столбика в эту же арку. 2 воздушные. И еще 2 столбика с накидом в эту же арку. Итого 6 столбиков с накидом мы сюда провязываем.
Сейчас покажу поближе. Вот такой цветочек. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем арочку и в следующую петлю столбик без накида. 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующую. И еще раз. 1, 2, 3. В следующую арочку столбик без накида. Ананасик провязываем. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем арку. И в следующую ракушку также провязываем двойную ракушку, то есть 6 столбиков. Провязали 2 столбика с накидом, 2 воздушные. Еще 2 столбика с накидом сюда же. 2 воздушные. 1, 2. И еще 2 столбика с накидом сюда же, в эту же арку. Так, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем 2 арки. И на следующей ракушке также провязываем вот такую двойную ракушечку. Все, продолжаем вязать. И встречаемся в конце ряда. Итак, подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 3 воздушных петель и соединяем вершину начального столбика. 12 ряд у нас готов. Вяжем 13 ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик с накидом и в следующую арку. Три воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик. Еще столбик. Вяжем такую же начальную ракушку. 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом в эту же арку. Три воздушные петли. 1, 2, 3. В следующую арочку провязываем такую же ракушку. Провязали. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем арку. И в следующую арочку вот на ананасике провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3 воздушные. И в следующую арку столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем арку. И в следующую на ракушке вяжем такую же ракушечку. Две воздушные тут и еще 2 столбика с накидом. Провязали ракушку. 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующую арочку ракушка. Так, третий столбик, четвертый. Пропускаем арку и в следующую на ракушке. В первую арочку провязываем такую же ракушку. Все, раппорт наш повторяется. Вяжем, продолжаем вязать самостоятельно по рисунку. И встречаемся в конце ряда.
Итак, провязали последнюю ракушку и соединяем в начальный столбик с накидом. 13 ряд у нас готов. Вяжем 14 ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик и в арку. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И столбик с накидом в эту же арку. Здесь мы уже ракушку не довязываем до конца. Вот на этих мы не будем вязать ракушечки, а вот на этих ракушках будем также продолжать ракушечки вязать. Так, сделали 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, арка, 1, 2, 3, накид. Переходим к следующей арке из 3 воздушных. И в нее вставляем крючок в саму петлю, воздушную в среднюю, во вторую. И провязываем 3 столбика с накидом, 1, 2, и сюда же в эту петельку 3 столбик. Здесь мы столбики провязываем не под арку, а в воздушную петлю. Это уголочек начала нашего сердечка, и нужно, чтобы этот уголочек был остреньким. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Вот в следующую ракушку провязываем такую же ракушечку, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом сюда же, в эту арку. 3 воздушные, 1, 2, 3. Пропускаем арку, столбик без накида в следующую. 3 воздушные, 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. Пропускаем арочку и на ракушке в арку провязываем такую же ракушку. Первый столбик с накидом, второй, 2 воздушные петли и еще 2 столбика. Довязываем ракушку. 3 воздушные, 1, 2, 3. Переходим к следующей арке из 3 воздушных петель и также в ее серединку, во вторую воздушную петлю, в центр арочки, провязываем 3 столбика с накидом. Первый, вставляем крючок в эту же воздушную петлю, второй столбик с накидом и сюда же 3 столбик. Три воздушные петли, 1, 2, 3. В следующую арку вяжем просто 2 столбика с накидом. 1, 2, накид. Переходим к следующей ракушке и в арочку провязываем также 2 столбика с накидом, первый и второй. 3 воздушные петли и на следующей арке в серединку провязываем 3 столбика с накидом, первый, второй, и 3 столбик. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, и в следующую арку провязываем, тут полная ракушечка у нас идет из 4 столбиков. 3 продолжаем вязать по рисунку, здесь уже повторяется, и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю пару столбиков в середину ракушки и соединяем.
вершину начального столбика с накидом в третью воздушную петлю подъема. 14 ряд у нас готов. Вяжем 15 ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик. В каждую воздушную петлю по цепочке. 1, 2, 3. И в следующий столбик, вот группа из трех, в первый столбик. Перешли к первому столбику. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом. И в этот же столбик провязываем еще 2 столбика с накидом. Итого 3 столбика. В следующий 1 столбик. И в третий столбик также делаем прибавочку 3 столбика с накидом. Итого у нас получается группа из 7 столбиков с накидом. Вот так. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. Пропускаем арку. И в следующую провязываем ракушку. Здесь у нас полная ракушечка из 4 столбиков. Посередине арка из 2 воздушных петель. Провязали 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем арку и в следующую, вот вершину ананаса, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Арку пропускаем и в следующую на ракушке провязываем такую же ракушку. Так, 2 воздушные, еще 3-4 столбик с накидом сюда же. Так, провязали. 3 воздушные, 1, 2, 3. Переходим к группе из 3 столбиков и также вяжем в первый столбик 3 столбика с накидом, в средний столбик 1 столбик с накидом и в последний, в третий, 3 столбика. Здесь у нас сердечки, как в середине нашей салфетки. Так, и третий столбик. Итого 7. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем арку. Пропускаем первый столбик с накидом. И на следующих двух провязываем сплит из 2 столбиков. Итак, сделали накид. Первый столбик мы пропускаем. В следующий вяжем первую ножку сплита. Столбик с накидом не до конца. Накид. И во второй столбик, следующий, вяжем вторую ножку сплита. Второй столбик здесь у нас остается непровязанным. 3 воздушные. 1, 2, 3. Пропускаем арку. И также на 3 столбиках вяжем 7 столбиков. Все, продолжаем вязать по рисунку. Подошли к концу ряда. Провязали последнюю арку из 3 воздушных петель и соединяем в третью воздушную петлю подъема. 15 ряд у нас готов. Вяжем 16. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом и сюда же, в этот же столбик, провязываем еще 2 столбика с накидом. Теперь в следующие 5 столбиков по столбику с накидом.
Эти сердечки у нас такие же, как и мы провязывали в начале нашей работы. Так, два, третий, четвертый и пятый. А в последний столбик также делаем прибавочку 3 столбика. И получается группа из 11 столбиков с накидом. Сердечки тут у нас расширяются. Провязали. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем арку. И в следующую на ракушке провязываем такую же ракушку. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом сюда же. Здесь у нас пока идет полная ракушечка. Накид. Пропускаем 2 арки. И в следующую на ракушке также провязываем ракушечку. Здесь хорошо рисунок ложится, и все видно. И так невооруженным глазом, куда что провязывать. Очень легко вязать эту салфеточку, приятно. Так, доделываем ракушку вторую. И после нее также 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И делаем также 11 столбиков. В первые 3 столбика с накидом, в следующие 5 по столбику и в последний. Давайте доделаем эти 11 столбиков и встретимся. Провязали. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И переходим к следующей группе столбиков. Вот 7 столбиков. И также вяжем 11. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Провязали последнюю арку и соединяем вершину начального столбика соединительной петлей. 16 ряд у нас готов, вот что у нас получается. Вяжем 17 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. И сюда же в этот столбик провязываем еще 2 столбика с накидом. Также будет у нас 3 столбика в этот столбик провязано. Теперь следующие 4 столбика по одному столбику с накидом. Первый. Второй. Следующий, третий и четвертый. Одна воздушная петля, арочка. Пропускаем столбик. И в следующие 4 также провязываем по одному столбику с накидом. Первый, второй, третий и четвертый. И в последний столбик вяжем 3 столбика с накидом. Здесь у нас также прибавочка. 1, 2, 3. Так. Далее 5 воздушных петель арка. 1, 2, 3, 4. 5, накид, пропускаем арку и в следующую в середину ракушки провязываем 2 столбика с накидом. Первый и второй. Переходим к следующей ракушке и в ее середину также провязываем 2 столбика с накидом. Так. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим к группе из 11 столбиков. И также в первый вяжем 3 столбика с накидом. Далее 4 столбика. В каждый столбик по одному столбику.
третий, четвертый, одна воздушная петля, арочка, пропускаем столбик и в следующие 4 также вяжем по одному столбику. В последний, в 11 столбик, у нас провязывается 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. И между этими сердечками у нас арка из одной воздушной. Делаем одну воздушную и продолжаем вязать по рисунку. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из одной воздушной петли и соединяем вершину начального столбика с накидом в третью воздушную петлю. 17 ряд у нас готов. Вяжем 18 ряд. 2 воздушные петли. 1, 2. Это первая ножка сплита. Накид. Вторая ножка во второй столбик. Следующий столбик с накидом не до конца. Накид. И следующая ножка, третья, в следующий столбик. 3 петли на крючке, закрываем. Выполнили начальный сплит из 3 столбиков с накидом. В следующие 2 столбика по столбику с накидом. И теперь сплит из 2 столбиков. Накид, первая ножка в следующий столбик с накидом. Накид, вторая ножка в следующий столбик. 3 петли, закрываем. 2 воздушные, 1, 2. Делаем соединительный столбик в тот же столбик, куда провязывали вторую ножку последнего сплита. Соединили. Теперь в арку соединительный столбик и в следующий столбик. Вот так. 2 воздушные, 1, 2. И провязываем сплит из 2 столбиков. Первая ножка в тот же столбик, куда мы делали соединительный последний. Накид. И вторая ножка в следующий столбик. 3 петли, закрываем. В следующие 2 столбика по столбику с накидом. А на последних 3 сплит из 3 столбиков с накидом. Первая ножка в следующий столбик, столбик с накидом не до конца, накид, вторая ножка в следующий столбик, накид и третья ножка. 4 петли, закрываем. Теперь 5 воздушных арка, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида. В следующую арку вставляем крючок под арочку и провязываем столбик без накида. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Подошли к 4 столбикам и на них провязываем сплит из 4 столбиков с накидом. Итак, сделали накид, первая ножка в первый столбик, столбик с накидом не до конца, накид, в следующий столбик вторая ножка, накид, в следующий столбик третья ножка сплита, накид. И последняя, четвертая ножка в следующий столбик. 5 петель на крючке, закрываем. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку столбик без накида. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Переходим к сердечкам, к нашим. На первых 3 столбиках вяжем сплит из 3 столбиков. Первая ножка, в следующий столбик вторая ножка, третья ножка, в следующий столбик закрываем. В следующие 2 по одному столбику. И на этих 2 также сплит из 2 столбиков с накидом.
Первая половинка сердечка провязана, 2 воздушные петли, 1, 2 и 3 соединительных столбика. Первый соединительный в тот же столбик, куда последняя ножка. Теперь в арку соединяем соединительную петлю и в следующий столбик. И вяжем вторую половинку сердечка, 2 воздушные петли, сплит из 2 столбиков. Первая ножка в тот же столбик, куда последний соединительный. Вторая ножка в следующий столбик. 3 петли на крючке закрываем и в следующие 2 столбика провязываем по столбику с накидом, а на последних 3 столбиках вяжем сплит из 3 столбиков с накидом. Первая ножка, накид, вторая ножка, накид и третья ножка. Закрываем. Между этим и этим сердечком у нас арка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И вяжем второе сердечко соседнее. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 5 воздушных петель и соединяем вершину начального сплита соединительной петлей. 18 ряд у нас готов. Вяжем последний, 19 ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик. 1 воздушная петля. И в этот же столбик провязываем столбик без накида. В следующий столбик без накида. В следующий. У нас тут сплит. В него провязываем соединительный. И теперь набираем 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В четвертую петлю от крючка 1, 2, 3, 4. Соединяем. Сделали пико из 4 воздушных и еще 3 воздушные петли для симметрии. 1, 2, 3. Переходим ко второй половинке сердца. В первый сплит соединительный столбик, в следующие 2 по столбику без накида. И в следующий сплит из 3 столбиков соединительный. Так, теперь в следующую арку провязываем 5 столбиков без накида, обвязываем арочку. 2, 3, 4, 5. Переходим к следующей арке. В нее провязываем 2 столбика без накида и снова набираем 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В четвертую петлю соединяем соединительной петлей и еще 3 воздушные. 1, 2, 3. Пропускаем вот этот сплит в следующую арку. 2 столбика без накида. В следующую арку также обвязываем 5 столбиков без накида. Давайте посмотрим, что у нас получается. Так, подходим к сердцу. В первый сплит соединительный столбик. В следующие 2 столбика по столбику без накида. В следующий сплит соединительный. И теперь снова 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В четвертую петлю соединяем соединительным столбиком и еще 3 воздушные петли. Так. Переходим ко второй половинке и также в первый сплит соединительный столбик,
в следующие 2 столбика по столбику без накида и в последний сплит соединяем соединительным столбиком. Между сердечками у нас арка из 5 воздушных, в нее провязываем 5 столбиков, просто ее обвязываем. 5 столбиков без накида. 3, 4 и 5. В следующий сплит в вершину соединительный столбик, в следующие 2 столбика по столбику без накида, в следующий вершинка тут сплита соединительный столбик, и снова вяжем вот такое пико 7 воздушных, в четвертую петлю от крючка соединяем 3 воздушных для симметрии. Итак, продолжаем, делаем обвязку нашей салфетки, подходим к концу ряда и делаем соединительный столбик, вот в начальный соединительный столбик. На этом наше вязание будет закончено. Отрезаем ниточку, прячем кончики и ставим салфетки на блокировку. Ждем до полного высыхания. Итак, салфеточка высохла. Сейчас я аккуратненько сниму ее с блокировки. Вот такая красивая салфеточка у нас с вами получилась. Как видите, вязать ее несложно, быстро. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной эту замечательную салфетку. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!